страна сейчас переживает сложные, но интересные времена, когда нашей промышленности, которые требуют развития, нужны высокотехнологичные современные установки. Среди вакуума производятся практически все электронные устройства или чипы к ним. То есть смартфоны, планшеты, современные компьютеры. То есть в обычной жизни вы почти на каждом шагу видите результаты работы, которые делают специалисты, занимающиеся вакуумной техникой. Люди приезжают со всей России, из-за границы. На самом деле это место, где можно пересечься и удобно поговорить. Возможно, подписать контракты. Поэтому это место очень важно для нас, конечно. Мы ежегодно принимаем участие в выставке Vacuum Tech Expo. И от выставки, конечно же, мы ожидаем хорошей рабочей атмосферы. И каждый год это приносит нам возможность показать новинки той продукции, которую мы тут представляем, и ознакомить новых участников вакуумной индустрии с той миссией, которую мы выполняем в виде эксперта вакуумной отрасли. Vacuum Tech Expo можно назвать ключевой для вакуумной отрасли России, потому что других выставок, именно направленных и специализированных по этой тематике, в России просто нет. В этом году мы привезли плазмохимическую машину, которая реализует уникальную в мире технологию, в частности, обеспечивает травление кварцев со скоростью до 6 микрон в минуту. Установку, которая очень в нашей стране популярна, потому что много где используются гибридные интегральные схемы, для двустороннего напыления проводящих слоев на поликоровой подложке. На этой выставке мы представляем несколько видов вакуумного оборудования. Это вакуумные объемы, это вакуумное термическое оборудование, это металлорукава высокого давления, и это нестандартное вакуумное оборудование, которое изготавливается под конкретного заказчика. В этой выставке проходит конкурс на лучший инновационный продукт. Мы решили представить систему Гелиопс в ее применении для нанесения покрытий на кремниевые пластины. По всему миру Гелиопс расходится большими тиражами, и мы надеемся, что российская промышленность также заинтересуется в этом инновационном продукте. Участникам и гостям я желаю хорошего настроения, много деловых контактов, обсуждений, интересных проектов, решений, ну и, конечно, роста продаж. Гостям улучшение технических характеристик их изделий, процветание их бизнеса. Желаем посетителям выставки, нашим заказчикам, партнерам, конкурентам глубокого вакуума и спокойной плазмы. Успешной работы. Встретимся в следующем году.